Ну, слушайте, это прикольная вещь. Сказал сын и залез на самый верх. Я не знаю зачем. Вот правда, я не знаю зачем. Это салат из морских водорослей. Всем привет. Ой, я не завидела, то есть... Привет! Вы на канале? Фамилия Багз Влог. А сегодня, подожди, расскажем про единорожку вот здесь. У Миланы здесь скоро, почти рожка. Потому что я люблю единорожки, у меня скоро выйдет рог. Вылезет рог. Да. Милана вчера ударилась. Мам, я хочу слайм вот этот, знаешь, вот этот? У нас тут мечта выбора слайма, но мы на самом деле пришли выбирать единорожку, Милан. Давай посмотрим с той стороны белых. Нам для видео нужно будет несколько единорожек. В смысле, игрушка одна. Я думала, может быть, еще что-то есть единорожка. Упси, подделка. Может быть, возьмем вот такую беленькую, Милан? Или ты розовенькую больше хочешь? Нет, я хочу какую-то другую. Ну, какая тебе нравится? Я найду, которая закрыта глаз. Ой, смотри, а вот такую, прям классика-классика. Да. Да? Да? Все? Не тяни, там веревочка. Но она классная. Да, давайте мы ее возьмем. Я хочу. Клевая? А вообще мы пришли Даньку постригать. Сейчас пойдем стричься, да, сынок? Вот какая писёська. Вот какая была писёська, а потом сейчас покажем вам, какая станет писёська, да? Мама, чика. Мама. Не очень, да? Да. Красиво. Ну, да. Мама, мочи. Слаймы? Ну, слаймы это наша слабость. Милана с Даней безумно любят слаймы, мама слаймы не любит. Как всегда, в принципе, наверное, везде, да? Вот. А скажите, а у вас нету кружек с единорожками? Ага. Окей. Милас, а такая? Хранители снов. О. Они есть большие, средние. А поэтому они как будто спят, да? Да. Это хранители снов. Такие они. Ну ладно, давай пока одного единорожку еще посмотрим. О, мама, смотри, там такой барашка прикольный. Вон тот, мимишный? Да. Мимишный. Как я говорю, мимишный. Ну что, все, Данюшу стригут на нашей любимой машинке. Стригемся мы только на ней, да, сына? Да. Вот эта вот красная машина, это всегда наша. Даня заходит как домой уже сюда. Все, скоро будешь крутой пацан, да, Дань? Даня, скажи, я люблю ходить стричься. Я ему говорю, Даня, сейчас первым делом мы пойдем постригаться. Даня говорит, ура, я люблю, а что не любить? Сидишь в машинке, смотришь мультики. Шикарно, да? Ну да. Пойдем посмотрим, что Милана там делает. Это что-то. Милана это что-то. Она сказала, что хочет срочно ботинки и единорожки. Я не знаю зачем. Вот правда, я не знаю зачем. Но Милана где-то здесь мечтает об вот этих ботинках. Мы уже сколько ходим мимо. Она все время говорит, мама, я хочу срочно эти ботинки. Мама, смотри, платьишко вот такая, на футболку постукать. Прикольная, да, платьишко? Ух ты. Да, да ладно, тут тоже единорожка. Милана. Да. Милана, сколько я, единорожек я, в твоей голове? Вот, девочка мне уже на все показала, все единорожки, все захотела. Все в единорожках, и ты все захотела, да? Да. О, так, тяжело. Милан, ну, я не знаю, давай выберем что-то одно с единорожкой. Нет. Мне кажется, с единорожкой достаточно. У платья мне и то больше нравится, чем туфельки. Две туфельки, да? Раз, два. Нет. Если вдруг на море поездите, да, как бы на купальник наденете. Ага. Ну, на пляж. Или вот просто для декора очень красиво. Я хочу три. Вот это. Уже это, три. И это. Все, больше ничего не будет. Ага. Это что-то, Милана. Ну что, с новой стрижкой тебя? Тебе нравится твоя новая стрижка? Вау! Посмотрите, что стало. Ставьте лайки, да, Дань? Даня пошел, все, ему некогда. Мы зашли в магазин обуви. Сейчас я скажу. Хрязь, Adidas, и ботинка Adidas. У Миланы свои песенки. Вообще нам нужны идеально вообще просто черные кроссовки для того, чтобы выступать. Без каких-либо вставок. То есть, да, нельзя вот черный с белым, например. Ну и, в общем, сейчас Милане вынесут, померяем. Хотя, конечно, я бы выбрала какие-нибудь вот такие вот, да, Милан? Да. Классный. Да. Такой цвет яркий. Я себе
когда мне будет 6 вот эти. Вот. И вот такие мне еще нравятся. А я думала, ты скажешь, вот такие. Тоже прикольные, с бантиком. Ну, они мишные, мимишные. Да, давай мерить, Милан. Давай померим пока вот эти вот. Мимишные, мимишные. Хрязь, Адидас. Хрязь, Адидас. Я в ботинках Адидас. Так, что, они тебе не маленькие, а небольшие? Нет, они мне вот тут давят. Давят? Да. Зашли еще в магазинчик мимишности, и Милана тут тает, ходит. Что-то, да, ты нашел? Да. Иду. Что? Это разве не единорожка? Ну, это знаешь как рыбка-единорожка, это типа из мира единорожки, да? Да, такая классная сидеть, можно взять? Милана, болезнь, единорожка. Ну, я хочу. Такая болезнь, что аж рожек лезет, да? Ой, да. Да. Короче, тут мимишные вещи, сейчас посмотрим, может быть, что-то найдем интересненькое. После торгового центра мы вышли погулять. Детки занимаются на детской площадке, играют. Милания, как дела? Нормально. Ты тут веселишься, тебе не холодно? Мне нет. Без куртки? Точно? Да. А Данька что делает? Данькин! Привет! Что, мама? Как тебе тут нравится? Нравится! Прям тут как, я прям тут бегаю. Зай, тебе не жарко? Легкая, один, короче, в кофте, другой в куртке, и я пытаюсь понять, кому жарко, кому холодно. Дай поправлю, подожди, зай. Да вот это легко, мама! Конечно, легко. А я вам сейчас кое-что покажу. Папа, кстати, у нас тут спортом занимается пока. А я вам покажу, мы приобрели самокаты, электросамокаты. Это прикольные такие штуки. Мой беленький. Вот он. У папы черненький. Ну, слушайте, это прикольная вещь. Сейчас немножко прокачусь. Включаем. Скорости несколько, скоростей точнее. Вот так мы их переключаем. И вот здесь вот мы это регулируем. Ну что, поехали. Для того, чтобы поехать, надо 2-3 раза оттолкнуться и нажать. Только я, кстати говоря, плохой ездок. И мне пока это тяжело дается. Поехали. Иху! Рулить одной рукой мне удается довольно сложно. Вот честно. А велосипедом управлять мне проще. А мама у нас учится, наверное, кататься, да? Да. Или уже нормально катается? Ну, учится скорее. Смотрите, как я разгоняю скорость. Погнали. Так, едет обратно. Приехали. Папа решил показать мастер-класс сам. Папа, а ты умеешь или учишься? Учусь, умею. Учусь, умею? Да. Погнали! Смотрите, как быстро. Раз и все. В общем-то, скорость у этого самоката такая, будь здоров. Очень быстрая. Дрын-дрын-дрын-дрын. Папа там как будто газует. Я не боюсь, я вообще-то не опустюсь. Сказал сын и залез на самый верх. Да. Да. Мама, подожди. Это не так. Быстро! Даня меня тут качает. Он сказал, это такая качеля. Я должна стоять по центру, а он вот тут меня качает. Да, Дань? Да, я всем кругам. Я пойду, девчонки там играют. Короче, вот, качаемся. Это пол это лава, да? Да. Они что, играют в пол это лава? Да. А в паузу вы не играете? Можно. Да. Давайте в паузу. Пол это лава.
Давай со мной во что, в паузу? Да. Давай с девчонками в паузу. Давай. Мы едем в авиапарк. Поедем сейчас опять в него, потому что Даня обещал ей что купить? Игрушку с этой маской. Даня счастливый, в общем, да. Вот так вот они едут. Ну давайте, покажите, как вы поехали, и мы вас будем догонять. Так, погнали, да-да. Осторожно. Блондинка за рулем, осторожно. Вы тоже за руль смотрите. Поехали. Ну давайте. Кажется, все уехали, а я осталась. Милана, ты никого не забыла? Милан! Эу, алло, подождите! Милана, ты меня забыла! Магазин игрушек, как же без тебя? Мы опять здесь, снова тут. Так, где Даня? Кто видит, ставь лайк. Дань! Данил! Данил! Милан, где Даня? Вон Милану вижу, а Даню нет. Вот же гонщик, он же гонщика хотел. Где Даня? Ты не гонщика, Даня где? Ты не видела его? А ты что хочешь? Лошадку. Какую лошадку? Поняшку, что ли? Да. Я тебя умоляю. Что, правда? У тебя весь дом в поняшках, куда еще? Так, значит, вот смотри, какой есть. Есть на вертолете, ну тоже так-то круто. А какие тут еще варианты есть? Давай посмотрим. Мам, есть вот так. Есть вот так. Ну это не гонщик, это... Ты же гонщика хотел. А есть вот это. Ну и это не гонщик, Дань. Что, ты определился? Да. Пойдем на кассу. На итак, Милаша себе выбрала вот такой вот набор. Это что? Куколки. Да, куколка. Тут, смотрите, горочка, песок, лопатка и ведро. У меня будет вторая лопатка. Есть лейка и грабелька. А это мальчик, наконец-то. Теперь кушать? Да. Сели мы кушать. Принесли наши любимые палочки. Скоро принесут горячее, а я побегу за бантами. Она купила бантов. У Миланы завтра концерт, и ей нужны бантики. И всей группе нужны бантики. Съемки. Завтра у Миланы выступательный концерт в Тодосе. Последний отчетный. Они будут выступать, мы обязательно снимем, обязательно покажем. Так что смотрите следующие серии. Вот, ну а сейчас я пришла, наверное, уже все принесли. Да, роллы уже принесли. Вкуснота. Милана любит салат этот. Это салат из морских водорослей, и Милана его просто обожает. Это вот что мне принесли, Данюшка свои котлетки доедает. Мама, приятного аппетита! А можно только кокочку? Нет, надо котлеты тоже. Мы пришли домой. Даня помогает Милане убираться, да, Данюша? У Миланы здесь царство поняшек. Ну, я 8 маленьких. А Милана занимается прописью, сидит. Милаша, как нужно сидеть? Я только что приходила, у тебя все было ровно. Ты чего это села? Стол скривился. Стол скривился или ты скривилась? Да. Смотрите, это буклетик, это бумажка единорожек. Понятно. Смотри, вот так и обязательно все ровно, спинка ровно. Данюша убирается. Ну что, все позанимались? У Данюшки новый гонщик. Сейчас у нас время скоро спать. Буквально через 10 минут мы будем ложиться. Даня досматривает мультик, Милана досматривает мультик. Ну а с вами будем мы прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Милаша! Всем удачи, всем пока-пока. Мам, а можно яблочко? Яблочко? Ну ты только что закончила кушать какой-то фрукт. В общем, у нас, как обычно, как только спать, так обязательно у детей сразу просыпается жуткий аппетит и прочее-прочее. Всем удачи, всем пока-пока, смотрите наши новые серии. Пока!